Образовательный форум – это такая лакмусовая бумажка. Лучшие достижения московского образования показываются в начале учебного года на ВДНХ. В этом году Домисолько здесь второй раз на этом форуме. У нас снова свой стенд. Мы представляем москвичам наши образовательные программы. И самое главное, мы показываем им, какими могут стать их дети, если они придут в Домисольку. На стенде детского музыкального театра «Домисолька» выставки «Город образования» проходят различные семинары, мастер-классы, открытые уроки по хореографии, по вокалу, актерские тренинги. Будет представлен мюзикл «Крымская весна», а также художественная выставка. Программа «Домисольки» на выставке «Город образования» рассчитана не только для детей, но и для взрослых. Программа «Домисольки» действительно развивает творческие способности детей. Потом приходишь на концерт, и после концерта в «Домисольки», вы знаете, хочется самим петь, танцевать. Я участвовала в мастер-классах танцевальных, поняла, что есть куда стремиться, у детей есть чему учиться. Очень полезные упражнения были и даже для здоровья. Когда смотришь на «Домисолек» от мала до велика, то все время видишь, какую мощную систему приращения талантов, способностей, выявления собственной одаренности и вот такой коммуникативной свободы дает вот это программное пространство дополнительного образования, которое именуется «Домисолька». Девиз «Домисольки» – это «Неталантливых детей не бывает». Мы пытаемся в каждом ребенке найти какое-то зернышко. Кто-то хорошо поет, кто-то хорошо танцует, кто-то хорошо играет в театре. А еще секрет нашего успеха – это любовь. Мы очень любим свою работу, мы очень любим детей, которые к нам приходят.